Спокойно. Можно ошибиться и в слове «гнев». Грех нужно обнажить, иначе его не смыть. А скрывая грехи, мы прячем себя. Но это позади. Твою сущность, что прольется на этот пол, увидят все. Вот так. Если Магомед не идет к горе, то гора придет к Магомету. Начнем! Друзья облегчат тяжесть искупления. Братья. Мы собрались здесь, чтобы узреть. Сукин ты сын! Попробуем еще раз. Братья, мы собрались здесь, чтобы узреть. Братья, мы собрались здесь, чтобы узреть. Искупление грехов отступников. Искупление грехов отступников. Итак, Ник, Рай, положи руку на слово Иосифа. Итак, Ник, Рай, Нет, положи... к черту! Не хватало еще слушать этого психопата. Алчность. Твой грех. Вечно думаешь о себе. Ник? Да. Да, я согласен. Итак, помощник, положи руку на слово Иосифа. Итак, помощник, положи руку на слово Иосифа. Отрекись от своих деяний и признай грехи. Отрекись от своих деяний и признай грехи. Скажи «да». Всего одно слово. Скажи ему «да». Увести его!
Живо! Иди! Ну, помощник какой...
понял?
вдруг Иосиф прав? Что, ты никогда не задумывалась об этом? Ведь все думают, он псих. Но если нет, оглянись. Миру грозит гибель. Ты сама знаешь, ты это чувствуешь. Посмотри на заголовки, на тех, кто правит. Хочешь ключ? Думаешь, что спасешь людей, но они уже спасены. У нас был план. Тебе не понять. Ты не веришь. Ты не видишь! Да спасет Господь твою душу. Thank you.
люди вокруг вас — это ваши братья и сестры. Примите друг друга как свои. Назад. Перед нами открыто столько возможностей. Вы заслужили. Если мы не сможем защитить это место, нам не выжить! Братьев и сестер! Люди вокруг вас — это ваши братья и сестры. Примите друг друга как свою семью. И вместе приведем ворота Эдема. Она пришла за помощником! Добро пожаловать в путь. Сопротивление обречет нас на верную гибель! Отец, помоги!
Когда двери закроются, за этими стенами не останется ничего, кроме пустошей. И тлеющих остатков жестоких и лицемерных безбожников. Дымщики внезапно забегали, стали закрывать двери, нас всех заперли. Я думала, что застряла тут навечно. О, это все он. Это он. Этот сраный... Сраный выродок! Он спускался сюда, становился в сторонке и смотрел. Мы молили о помощи, а он просто смотрел. Я тут не одна, были другие. Их нужно спасти. А потом сжечь это место к херам собачьим. Помоги. Или не мешай. Ну, нам нужно попасть в центр управления. Только оттуда можно открыть клетки и выпустить остальных. Все замки разом, здесь защита. Придется открывать блоки по очереди. Салага, давай к камерам, я буду их открывать, а ты выводи людей. На связи. Аварийные выходы открыты.
Так ты попадешь в центр управления. Увидишь там пульты. Разнеси их. Черт, ЭДМщики! ЭДМщики, я помогаю людей! Иду вперед! Начните процедуру эвакуации. Сбой системы. Вот так. Стреляй по цистернам. Эвакуация. Отключена. Обнаружен фугасный газ. Давление падает. Я выведу остальных пленников отсюда. Удачи, салага. Увидимся снаружи. Системы вентиляции.
необходимо открыть главный люк вручную. Сохраняйте спокойствие и проследуйте. Начните процедуру эвакуации. Никогда раньше такого не видел. Я знал, что мы не зря тебя спасли. Эй! Ты вернула то, с чем мы попрощались. Надежду. И округ.
Что бы ни случилось, мы с тобой. Эй. А ты не промах, салага. И, судя по всему, теперь ты здесь главная. Если вдруг что-то понадобится, ты только скажи. Печать сломана. Моего брата мало кто любил. Его боялись. Никто не понимал его. Кроме меня. Иоанн не был монстром. Просто в детстве он оказался лишен семьи. Он был любящим, добрым, радостным. Он был легкой добычей. Он ошибался. Даже сходил с пути добра. Но он был моим братом. Тот, кто повинен в его смерти, будет наказан. Я обещаю это. Все нормально? Привет, ковбой. Когда меня вытащили из вертолета, я думала, мне конец. Прямо оцепенела. Видела огонь, обезумевших эдемщиков, и думала, вы все там поджарились. Я пыталась драться, но их было слишком много. Я ничего не могла поделать. Потом меня схватили. У той, что держала меня за правую руку, была на запястье татуировка. Точно такая же, как на плече у моей матери. Странно, какие подробности начинают вспоминаться, когда все позади. Я орала, и они меня вырубили. Очнулась я уже в бункере. Привет! Так бы целый день и играл. Моя сестра сказала, что сектанты заинтересовались шахтой Веллингтона. Я думал, она выработанная. Интересно, что они там нашли? Спасибо тебе. Я была у дома Довер Спайков и услышала выстрелы. Похоже, сектанты все-таки узнали об арсенале у них в бункере и забрались туда. Врата Эдема упорны, но мы будем сражаться. Мне снова нужна твоя помощь. Я знал, что после смерти Иоанна его паства рано или поздно начнет колебаться. Те, кого ты спасла на ферме Вудсонов, сказали, что в секте есть перебежчик. Он нашел убежище в трейлерном парке у озера Сильвер, но больше я ничего не знаю. И я не знаю, когда Господь избавит меня от бремени заботы о раненых. Убедись, что этот молодой человек у озера Сильвер жив и здоров. Мы должны прощать. Если не будем этого делать, мы ничем не лучше секты. Город восстановится. Мы здесь. Thank you.
Скажи, что они у тебя. Давай образцы. Скорее. Лина будет рада. К слову, он готов. Динамический лазерный конденсатор завершен. Пора повеселиться. Не подумай, все было круто. Просто пришло время для нового приключения. Похожего, но достаточно необычного, чтобы оправдать затраты. Ты знаешь, о чем я, ты понимаешь. Но нам нужна энергия, и больше, чем дает местная подстанция. Я знаю, о чем ты думаешь, но притягивать молнию мы не будем. Я уже пробовал. Итак, трансформаторная подстанция на севере весьма мощная. Нужно перенаправить все электричество сюда. Энергии как раз хватит на один раз. Указание передам по рации. Иди. Второго шанса спасти мир от гибели не будет! Пришло! Да, Арина! Как ты и говорила! Ты готова? Я вот был готов, пока генераторы не накрылись. О, благодаря тебе мы с Риной спасем галактику! Я знаю, о чем ты думаешь. Я тоже хочу тебя взять, но там будет слишком опасно. Рина говорила только обо мне.
Мы не можем так рисковать. Не расстраивайся. Ты ведь многого добилась. Достигла своей цели. Теперь ты можешь гордиться тем, что стала частью великого замысла. Хотя, вообще, тебе еще надо нажать на кнопку на генераторе. Все, больше ничего. Местная девка достала пум просьбой вернуть отнятые из секты вещички. У нас пока что нет свободных людей, но если окажешься неподалеку, загляни. На медведя нужна приманка. Чёртовы эдемщики метут всех подряд. Господи, надеюсь, они не добрались до Джорджа. Я говорил ему, что он слишком стар для этого дерьма, но куда там? Может, проверишь, как он? Грустно будет, если что-то случится.
себя сильная спина и быстрые ноги. Я Вендел Редлер, но все зовут меня Ред. Обычно я не гружу своими проблемами всех подряд, но Дач так тебя хвалил. Во Вьетнаме я служил вместе с группой местных. Мы многое там повидали. У нас был договор. Если в округе случится нечто подобное, мы не останемся в стороне. Мы собрали немало пушек, патронов, снаряги. Назвали нашу коллекцию «Фондом свободы». Рассчитывали, что он поможет нам ее сохранить. Но с тех пор прошло много лет. До сегодняшнего дня дотянул только я. Мы заперли снарягу, и каждый хранил часть кода к замку. Выгравировали их на зажигалках. Будь я лет на 10 помоложе, я бы разобрался сам, но сейчас... Черт, я просто убьюсь зазря. Прошу, найди их зажигалки. Принеси их мне, и сможешь забрать что-нибудь из нычки. Разрази меня гром, если я позволю сраной секте сравнять мою страну с землей. Сейчас удается не ошибаться.
поаккуратнее у дома Мейбл. Она выпустила пуму из загона, чтобы сектанты не подходили. Чёртова кошка бросается на всех подряд. Раньше Бошол закатывали крутые пикники в трейлерном парке Мунфлауэр. Теперь только акула держит марку. Собрал какую-то приблуду, чтобы убивать цветов. Сидом только что видел, как к дому Драбманов ехал отряд сектантов. Тебе лучше вмешаться, там явно будет жарко. Охренеть! Этот безумный пытается в одиночку справиться со стаей судей. Помоги ему!
будет судьи. Нельзя подпускать их к Перкинс. Якову не одолеть без ее наработок. Проверим, цела ли она. Конец.
Это конец.
Тебя! Что, жизнь еще перед глазами не промелькнула? Тебя уже ничто не спасет! Ничто! Спасибо, что у нас от этого... Моя идея это хорошая. Стоит обдумать. В общем, спасибо тебе. Депо Копперхед еще один бастион, который мы отвоевали у секты. Я хотел жить в товарном... Слыхала о наркоше, что прячется в старом баре? У него якобы есть наркота, под которой быстрее бегаешь и больнее бьешь. Не фанат шприцев, но сейчас не отказался бы. Thank you.
становишься ближе к Богу. Я расскажу про тебя своим детям. Ты вернула нам нашу жизнь. Спасибо. Спасибо. Дядя говорил, что видел, как сектанты ворвались к Лорне. Он сразу же побежал к нам. Думаю, всем, кто способен держать оружие в руках, нужно идти туда. Нам быстро живых собак. Эдемщики сожгли практически все. Даже дом Чеда. Теперь он прячется в лесу и пытается найти для нас мясо. Пойдем проверим, как он там.
Стреляй!
кивок я всегда узнаю. Отцовский грузовик возвращается домой, прямо как в детстве. Я всегда стояла на этом самом месте и махала ему рукой. Тебе хватает твердости, чтобы им управлять. И что важнее, у тебя есть сердце. Отцу бы это понравилось. Если вдоводел тебе понадобится, бери, не стесняйся. А я пока буду держать нос по ветру. Если узнаю что-то интересное, сообщу. Еще раз спасибо.